О, господи, ребят, извините, что сегодня не было никаких дел. Всем привет, кстати говоря. И вместо того, чтобы, да, сделать нормальное видео, а не видео на отъебись, просто я вспомнил один коммент, который меня реально задел, ко мне написали, что я сделал видео на отъебись, то, которое было про тюрьму. Ну, серьезно, он задел меня, понимаете? Я очень чувствительный человек, я люблю отзывы, но... Понимаете, так всегда, когда ты делаешь действительно что-то новое и необычное, тебе пишут, что нет, все не так. Все не так, раньше было лучше. Ладно, неважно. Так вот, хотел я сегодня вместо, потому что у меня сейчас тренировка с ребятами из моей команды с игромании, с которой мы будем играть 2 июля. Я ссылку оставлю, если что, там будете заходить, будете смотреть 2 июля, как я там всех немножечко трахну за... Неважно, куда я это сделаю. В общем, как я буду побеждать. Будете смотреть на наши победы, нас четверых орлов. Ладно, к делу. Я сегодня расскажу о своих планах на лето. Знаете, как в школе, в какой-нибудь Америке, я не знаю, у нас есть такое, что проект на лето, знаете, как по биологии, у тебя есть проект на лето, и вот мой проект на лето. Чем я займусь этим летом? Естественно, качественных видео не будет. Их никогда не было. Ладно, я шучу. В общем, будет то, что я всегда хотел. Будет, наконец-то, игры с Xbox 360 ностальгические. В основном, да, там нет больше никаких. Ностальгические игры. Разные, ладно, не буду спойлерить какие. Потом еще игры с PlayStation 2. И самое главное, будут истории жизни. Наконец-то они будут этим летом. Уже готова отснятая история о том, как ко мне врывалась полиция. Ну, это вот помните, недавно, месяц назад ко мне врывались вот здесь, в России. Когда я еще в Испании жил, ко мне тоже врывалась полиция. Об этом расскажу. Прям было, ну не то чтобы жестко, но как-то поострее, чем в этот раз, я бы сказал. Пострашнее. Все такое. Дальше. Хочу попробовать нечто новое, но, вернее, не новое для меня. Реакции будут и разборы видео других ютуберов. Разборы видео я имею в виду не каких-нибудь клипов, типа там «Блэк Бакарди, танцы в моей кровати». Нет, не этих, а нормальных видео. Просто бывает, натыкаюсь на какие-то видео, где меня пытаются в чем-то убедить, и я думаю, господи, что это за бред? И начинает так жестко бомбить, что об этом хочется рассказать, и этим хочется поделиться. Вот такое. Вот будет. Что еще? Что еще прекрасного нас ждет летом, кроме этого? Новых игр нет. Это факт. Это факт для меня. Поэтому будет то, что я всегда хотел. Еще я хотел рассказать о том, что, знаете, я часто ломаюсь в определенном смысле. Знаешь, когда читаешь комменты и тебе говорят, будь серьезнее. Я просто думаю, что, ну блин, это не моя стихия. Как бы я пытался быть серьезным, мне не нравилось. В общем, поэтому я решил, что нет, я буду максимально несерьезным. То есть, может быть, я попробую в каких-то крупных играх быть серьезнее. Ну, серьезнее, значит, более саркастичным. Как бы не напрямую просто, как бы, веселиться, а так, знаете, более так нежно, как питон подползать сзади. Бесконечное лето будет, вот что. Бесконечное лето и другие новеллы. Также больше инди-игр, игры с мобильных телефонов, потому что там очень много годноты. И, понимаете, сейчас крупных игр хорошие практически нет. На мобильных телефонах весь гейминг уже там люди играют в PUBG у себя, сидя на унитазе. То есть вот это так выглядит теперь. Также хотел попробовать несколько ретро-игр, еще хочу японские игры. У нас они были, вот была Атака Титанов, Наруто, все это снова будет. И в дополнение к этому будет несколько других японских игр, может быть, не очень популярных. Вот в России я хочу просто попробовать их именно постримить и посмотреть, что из этого получится. Из того, что пока что есть... Я сейчас, конечно, пропалю свой... Ладно, давайте я уже встану. Я купил 2 месяца назад эту херню, и так в нее и не поиграл. Просто, ну, вставлял в PS4, проверял, что она, в принципе, работает. Так и не поиграл. Поиграем на стриме. Японская GTA 6, ребята. Понимаете, GTA 6 ждать еще лет 5. Японцы уже все сделали за американцев, так что все схвачено. Еще несколько подобных игр хотел попробовать именно на стриме, именно попробовать посмотреть, как оно будет. Потому что мне, я буду выбирать игры, которые именно мне интересны. То есть это не будет прям совсем эксперимент такой, что игры будут скучные. Нет, я буду выбирать самые горячие, жесткие игры, странные игры, старые игры, но вот прям жесткие, чтобы было интересно и смотреть, что из этого получается. Если вы меня поддержите, будет круто. Если нет, то попробуем что-то другое. В общем, вот это вкратце как бы все. Последнее время я много гуляю, из-за этого видео так вот нерегулярно выходит, как сегодня. Сегодня вообще день какой-то без видео.
И сейчас я жду свою команду по, собственно, Rainbow Six Siege. Я там капитан, если что, и буду, собственно, с ними тренироваться. Я тоже буду тренироваться, учитывая, что я... Надеюсь, никто не хочет видеть мой скилл в Siege. Нет, первый раз, я похвастаюсь. Первый раз, когда я зашел в Siege, я, ну, побегал, во-первых, с ботами. То есть я просто вспомнил вообще, как играть. Потому что, ну, сами понимаете, большой перерыв. Потом я зашел в мультиплеер, подумал, что, ну, побегал с ботами, сейчас уже надо бы и как бы с реальными людьми себя попробовать. И знаете, нормально получилось. То есть, во-первых, команда выиграла, во-вторых, у меня было, по-моему, 10 убийств. 10 убийств, и я в своей команде был наверху. Мне, скорее всего, повезло, я как бы не питаю иллюзий, что получилось прям супер хорошо, но мне кажется, это хороший первый шаг. То есть, вот первый раз зашел в игру в сетевую за очень долгое время и прям вот затащил. Вот мне это понравилось, я прям возбудился. Я сам был поражен, причем это была ночь, я это делал ночью, я хотел спать и даже в таком, ну, не, как бы вот в таком вот, не знаю, состоянии, наверное, я все равно как бы смог. Потому что я играл аккуратно, то есть я не рашил, я прям вот так аккуратненько, и получилось неплохо, вот, потому что Rainbow Six все об аккуратности. В общем, ребята, ссылка внизу, всем спасибо, вкратце вот такой план на лето. И очень не хватает японских игр. Наруто не хватает. Но что-то вот не получается. Знаете почему? Меня часто спрашивают, а почему нету там вампира, Наруто, еще что-то. Вот просто по времени не получается. Это все. Дело даже не столько в желании, сколько что ты просто не можешь. Как бы ты садишься, думаешь, что окей, сегодня будет Наруто. Ты смотришь, что уже 12 ночи, вроде как спать пора, потому что иначе тебе будет просто хреново с утра. И думаешь, ну блин, ладно, Наруто завтра, и так пару недель подряд. Ну так оно и происходит. Всем спасибо за то, что были здесь. И увидимся завтра. И завтра уже все будет нормально. Просто, знаете, я каждый день реально так думаю, что вот завтра все. Завтра я сажусь за дело, в итоге я иду гулять на весь день. Что со мной не так? Правда? Да правда. Ладно, ребят, всем пока. И надеюсь, вам понравилось то, что вы только что увидели. Понравились мои планы. Господи, телефон, успокойся. Он пишет, он жужжит и жужжит. Это невозможно. Нельзя так жить.